Забыли о поправках. В июле этого года в 294-м федеральном законе о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появились изменения. В соответствии с ними наложен мораторий на проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в период с 2016 по 2018 год. Вот только Управление по делам наружной рекламы и Управление благоустройства города при составлении планов по контролю за деятельностью предприятий на 2016 год на изменения в законе внимания не обратили. Как следует, предоставив составленные проекты в прокуратуру, от этого ведомства одобрения они не получили. Прокуратура района после выявления данного факта принесены протесты на незаконные приказы начальников указанных управлений. Протесты рассмотрены, удовлетворены. Незаконные проверки исключены из планов проверок на 2016 год.